Итак, друзья, добрый день. Хотелось поделиться данным роликом от чужого совершенно мне человека. Ну, просто в соцсетях обнаружил этот ролик и решил поделиться, потому что это как бы больная тема нашего района. А именно, вот аграрии, как себя ведут и на что влияют их воздействия. Это было видно по прошлому году, по прошлому сезону, когда находили у нас мертвых зайцев. Про птицу не скажу, потому что все-таки это труднее найти. Хищники как-то, мне кажется, съедают быстрее. Вот. И птица все-таки помельче, где-то, может, в посадке упала или на поле. Зайцы все-таки как-то на виду. И уже в этом сезоне наши коллеги по работе сообщили мне, что в полях на границе района тоже были уже обнаружены вот буквально недели две назад мертвые зайцы. То есть, прямо в одном месте несколько зайцев нашли. Так что вот такие дела, ребята. Посмотрите для общего, так сказать, мнения. Люди, да посмотрите, что же за беспредел-то творится на земле, а? Пчелы, пчелы, все, убили. У нас тут царствует компания РЗ Агро. Все вытравило. 100 семей, 100 семей. Начали искать концы. От них еще сыпятся угрозы всякие. Всякие угрозы угрожают всем и всея. И попробуй докажи. Хотя агроном сказал. Перитроидами обработали. Вот за километр отсюда. Все, пчел нету. 100 семей. Я нищий остался в этих условиях. В условиях этого вируса. В условиях этой беды всемирной. Я остался нищий. Да не только я, тут еще в округе также потравили семьи. Все, без пчел. Я не знаю, что мне теперь делать. Вешаться идти, петлю на шею одевать. Что, я только ими жил, я на них жил, мне 60 лет. Понимаете, я жил только этими пчелами. У меня уже ничего не осталось. Никто мне теперь ничего не вернет и никто не поможет. Всю жизнь работал с ними. Опыляли им поля. Все делали. А они с нами по-скотски. Перетравили все в округе. У нас уже птицы и зверей нету. На охоту идешь. Пройдешь 10 километров. Ни птички, ни зверя не встретишь. Вот, смотрите. Реально. Все 100 семей. Все мертвы. Все замертво. Все, они вон сыпятся и сыпятся. Страшнейшими ядами, которыми вообще нельзя работать ближе 3 километров от населенного пункта. Смотрите, смотрите, смотрите. Перитроидами, как они говорят. Вот они, перитроиды. И вот такой у нас человек, Копанович. Ему бесполезно доказывать. Все, он прислал своего охранника с угрозами. Все, кто работает, твои родственники в хозяйстве, будут уволены. Все друзья, все, кто работает, им недоверие. Вот, официально у меня все записано, ихние угрозы. Вот такие вещи. Все, нищета. Идите все. Вот так вот. Была пасека. Жил, надеялся мечтами, что я буду жить тоже, как люди. Какая-то копейка будет. Ничего меня не сохранилось, все. Ой, орать хочется, орать.